Подводя итоги 2016 года, министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщил, что в прошедшем году якобы было предотвращено 36 террористических актов. Всего было предотвращено 36 возможных террористических актов, которые организаторы намеревались направить против органов власти и мирных граждан, заявил министр на пресс-конференции 20 января 2017 года. По словам Рахимзаде, в 2016 году в стране по подозрению в участии в различных запрещенных, в том числе исламских организациях, было задержано более 400 местных жителей. Эксперты считают, что силовые структуры Таджикистана ежегодно отчитываются о предотвращении несуществующих террористических актов. Ведь если бы боевики на самом деле существовали в Таджикистане и планировали бы организовать террористические акты, то им не составило бы труда организовать их. Ведь Таджикистан считается в регионе одной из стран с самой слабой системой безопасности. Очевидно, что подобные отчеты направлены на поддержание атмосферы страха среди населения, которая служит хорошим оправданием для политики закручивания гаек и борьбы с исламом в народе Таджикистана.